Хилка просто... Что это за вертолет? Что это? Вы такое видели? Всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. Поехали. Поехали, друзья. Поехали. Также я играю без оружия. Без чертова вава оружия. Мы сейчас находимся в городе... Господи, как это город? А... Маркарт, и я отправляюсь... Куда я хотел сегодня? Ага, я хочу вот Драконий Предел отправиться. Просто навестить свой Драконий Предел. Зайдем внутрь. 104 уровень. 104. Поднимемся наверх, зайдем в эту комнату. О, дракон тут как тут. К ярлу нужно, да? За тебя сегодня будут пить в Айтране. Если ты не против, меня ждет мой город. Да. Так, нет. Ты хочешь принять мое предложение, м? А не Конкрон? Ты отпустишь меня, Ролан, если взамен я пообещаю отнести тебя в Скулдафн и больше не помогать Алдуину? Да. Аникан Каравгейн Мират. Мудрость позволяет осознать, что перед тобой лишь один путь. Можешь мне доверять, Зуунитародис. Алдуин доказал, что недостоин править. Теперь я пойду своим путем. А, наверх нужно. А то я помню, что вроде бы нужно рычаг включить. Не могу поверить, что все получилось. Открывай. Точно? Ты хочешь выпустить этого дракона? Да. Но мы же так старались его изловить. Это будут твои похороны. В следующий раз пусть кто-нибудь другой тебе помогает. Готовьтесь открыть западню! По-моему, это очень плохая мысль. Продолжай, солдат. Все идет по плану Давакина. И тот будет дергать. Ну да, одновременно нужно дернуть. Тратить всех богов. Фарсну. Синий Дейн Рути Асфаль. Саран Ут. Я жду твоей команды, как обещал. Не пора ли тебе увидеть мир так, как видит его только Дова? Я уже, конечно, его так видел. Пора. Зог Бридут. Предупреждаю. Единожды пролетев по небесам Кейзаль, будешь вечно завидовать Дов. Аматив. И погнали. Да, ребят, да, я, черт подери, хочу завершить уже. То, что я никак не могу завершить, это вторая моя попытка. Но завершить я хочу без оружия. Без оружия пройти Алдуина. Только досюда я могу тебя донести. Крифот Акрин. Я буду ждать твоего возвращения. Или возвращение Алдуина.
Одно из двух. Ну что ж, давайте сначала я кастану, наверное, приглушение шагов. Да. Давайте проверим сложность. Сложность у меня, как всегда, стоит на легенде. Есть. Так, дайте-ка вспомню. Ага, это есть, это есть. Эбонитовая плоть, которая нам тоже понадобится. Приглушение шагов. Ну, все, в принципе, хилочка. И крик. Крик, крик. По-любому крик не нужно ставить. Обязательно. Это смертный приговор, который снимает жизни, снимает защиту. Очень, очень крутой. И я попробую, знаете как? Я хочу попробовать в стелсе. Как оно будет в стелсе? Интересно. Смогу ли я убить? Ага. Так, тут у нас же дракон. Дракон меня спалит 100%. Я хотел просто подобраться к этим рогатикам. Хотя странно, не видит пока. Ой, черт. Видят меня. Может взять еще невидимость, а? Чтоб уже наверняка. Черт, они, мне кажется, уже заметили. Заметил или нет? Да, по-моему, нет. По-моему, он меня не заметил. Так, господи, такие кулачки прикольные, прозрачные. Есть ли какое-то усиление скрытых атак без оружия? Как вы думаете? Давайте сейчас как раз-то и проверим. Вот, сейчас подойду сзади и попробую совершить мощный удар. Нету. Ой-ой, нету. И я какого-то черта... А, она сейчас неактивна, я понял. Почему иногда она бывает неактивна? Вообще, смотрите. Вот из-за того, что он на меня крикнул, как-то странно. Кое-чего я иногда не могу понять. Но! Получай! Это простой дракон, так что... Ой-ой-ой-ой, тут, знаете, мне не драконов нужно бояться. Мне нужно бояться вот этих вот гадов. Так. Ну что ж. Вау! Где второй? А где второй, серьезно? Вот. Дракон. А дракона, интересно, в скорлупу можно? Не, вряд ли. У него такой слабенький урон, что он вообще мне ничего не носит. Но кто-то меня там еще стреляет, я уже вижу. Давай, дорогой, приземляйся, и мы сейчас устроим с тобой файт. Что за черт? О, да! Но! Вот теперь повеселимся. Но! Я! Давай! Гад, летел. Иди сюда, малыш. Но! Интересно, есть какое-то эпичное добивание без оружия драконов или нет? Мне просто хотелось бы на это посмотреть. Но, увы. Так, я понял. Один вернулся. Сейчас, наверное, следующий. Так, душа. Да. Ай, черт подери, заберу все. Потом, если что, буду перегружен, продам, прокачаю себе. Кое-что прокачаю. Так, второй где-то там застрял и... А где он? Где-то в меня целит, гад. Где-то в меня целит. Я, блин, не пойму. Ах, вот он. Промазал. Так.
Господи, такой прикольный. Ладненько, давайте сейчас с этим разберемся. Разберемся с этим гадом. Вставай, малыш! Вставай и познай всю боль. А, подождите, смотрите, у меня же есть еще... Не это, господи. Пускай качается иллюзия, или точнее изменения. Вставай! Давай, малыш! Пока те еще не пришли. Так, сняли и поехали! Получай! О, слушай, друг, а ты силен. Я смотрю. Нормальный силен такой. Так что я чувствую, я тут прокачаю себе тяжелую броню. И прокачаю нифига себе как. Но! Получай! Господи, он той рукой бьет. Где у меня мана, что ли? Я ничего не пойму. Ничего не купил. Ну, купил хоть... Вот тебя купил. Отлично. Так, дружок, давай. На! Заберу тяжеленный бонитовый. Так, лучник. Есть. Доставай свою пуколку. Давай, хватит. Хватит, гад. Вот теперь подеремся. Давай. Секундочку. Ну. Получай. Господи, это что-то с чем-то. Вот так вот я еще не проходил главный квест Элдуина без оружия. Вау! Ну, все, я перегружен, да? Да. Ну, самое время, как говорится, вызвать. У тебя множество вещей. Жду с нетерпением. С нетерпением. Так, у меня 17 тысяч, так что я, наверное, сейчас возьму тебя вот это вот. И за 7... Блин, 7 тысяч мне осталось, а у него... 4 и стрелы. Отлично. Отличненько. Так, булавотер продаю. Тебя продаю. Зефирчик. Стеклянный лук. С одежды что-то у меня было лишнее или нет? А, смотрите. Да. Я ж, по-моему, дейдрическое что-то купил. А, вот щит. Блокирование неплохо так. Господи, я забыл щит. Я же хотел взять разрушитель заклинаний. Блин! Вот это я дал. Давайте, наверное, этот щит оставлю. Просто мне кажется, он мне может понадобиться. Просто, знаете, щитом буду блокировать и... А, у меня еще этот легендарный. Я его не выложил. Этот покруче будет. 58% увеличения сопротивления огню. Я, наверное, оставлю. Тот, а вот этот вот я продам, потому что тут покруче. Так, тебя тоже продам. Мне еще этот легендарный. Увеличение здоровья 8, вы блокируете щитом. Да, как хорошо, что я щиты свои легендарные поставлял. Тут 30 и сопротивление огню. Неплохо. Ну и давайте заберем наши денежки. Безупречные бриллианты, безупречные гранаты. Тебя продам. 2000. Ну, давайте бриллианты тоже. Красноречие 60. Ты уровень. А, вот что мне еще тяжеленное, господи. И дорогучее. И, по-моему, были еще какие-то ненужные вещички, которые нужно отдавать. Пойдет. О, милый Обливиан, скоро я вернусь. Ух ты, смотри-ка, кто тут у нас? Да. Стремительный приговор. Смертный приговор. О, да. Ну, ладно.
Я вообще тебя бью, или что это было? А почему жизнь ледяного атронаха показывается, а? Не знаю, какой-то баг был. Так, все, все круто, ребят. Все круто. Тут, по-моему, у нас еще одни будут друзья. Да, вот он. Он, черт подери, меня заметил, так что мне вообще нет резона прятаться. Встань! Давайте проверим. Я, например, возьму сейчас щит. Вот этот вот щит, да. И назначу его, наверное, на шестерочку. Хитиновый щит клинков. Блин, а что у меня щит клинков стоит? Ладно. На шестерочку. И таким образом у нас будет защита. И кулак. О, да! Отлично! Но! Получай! Я щит, по-моему, себе сбросил и не качал его. О, черт, нужно еще... Как же я долго замахаюсь-то. Блин, блин, блин. Опасненько. Опасненько, опасненько. На! Получай! Во! Блин, жалко, что нет этих эпичных добиваний. Они довольно редкие, но классные. Как я понял, смысл в эти руины заходить вообще никаких нет. Вот сейчас с этим дракончиком разберемся. На! Стойте, блин, так прикольно, что он бьет той рукой, на котором у него зачарование, но это меня не устраивает. Боже. Один удар прошел. Да, против простых драконов на изи. Вообще на изи-бризи. А вот этот друг, который пришел ему помогать, уже может... Готов. Блин, сработает добивание, ну черт. Есть. Душа, ты становишься моей. Заберу. А, к черту, заберу. Так. Я двигаюсь дальше. Отстань. Отстань, парень. О, черт. По-моему, попал по мне, да? Угу. Он, гад, по мне попал. Интересно, кто-то сюда придет за мной? Потому что тут классненько, знаете, тут никакие лучники тебя не прострелят. Ты можешь тут сидеть и по чуть-чуть их бомбить. По чуть-чуточку. Ребят. Я же знаю, что вас тут много. Я просто помню, что вы тут бегаете. О, вот он, крутой, который кричит сразу тремя криками, и я теряюсь от этих ударов. Ну что, кто-то придет сюда или нет? Давай! Да ладно, да тут было столько драурха. Ага, вот один будет уже. И один по мне зарядил. Попал, гад, попал. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Давай, не бойся. Не бойся, мой маленький малышек. Малышучек. А здесь мы устроим с тобой файт. Давай! Иди сюда. Я тебя не боюсь. Вау! На! Поехали! На!
Один на один. Я с ними могу справиться. Плюс камень. Транаха мне очень сильно помогает. Но, конечно же, не без исцеления. Воу! Исцелились. Забрали молот, сохранились и отправились дальше. В путь дорожка. Лучники. Там этот гад, который тогда мне крикнул меня, это, по-моему, не этот был. Да, по-моему, это был не этот. Так что мы сейчас попробуем добраться до того гада. Ай! Не стреляй в меня. Не стреляй. Оп. Отлично. Оп. Отличненько. И сколько вас осталось? И, по-моему, последний остался, да? Да, по-моему, это последний. Так что я, наверное, это все уберу. Отстань! О! По-моему, кто-то подобрался сзади, да? Да, кто-то подобрался сзади, ребят. Давай, наверное... Ты отдохнешь? О! Секунду. Наваливаем, наваливаем, наваливаем. Мне прям не хочется, ребят, убирать. Просто не хочется убирать исцеление. Потому что... Один есть. Сейчас эти два... Да, сейчас они опять живут. Будут меня убивать, гады. Вот еще там отдыхающие. Ну, кто первый? Давайте, я готов. Окей. Поехали, 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 поехали. Ой-ой-ой, как ты наваливаешь-то. Вон, да-да-да-да-да. Ух-ху-ху. Черт. Вы видали? Я, черт подери, разбился. Да! Я разбился. Гад! Я ж там одного убил. Ладно. Вот он, гад. Пойдем тогда с этим разберемся. О, это тут их несколько. Так. И там, ребятки. Ладно. А, высшее лечение и все. На! Получай! Секундочку. Да, нормально. Все нормально. Давай! Да я тебя, дорогой, одной левой, черт подери! Одной левой! Это реально, это в прямом смысле. Секунду. Вот, нормальненько. Господи, когда мало жизней. Хилка. Просто... Что это за вертолет? Что это? Вы такое видели? Бог ты мой. Бог ты мой. Ты куда погнал, дорогой? Эй, парень. Парень, парень, парень. Подождите, я просто хочу... Вау! Вы такое видели? Это официально новый какой-то баг, которого я никогда не видел. О, черт! Попадаю, Скайрим. Тут, по-моему, парень идет, который очень сильный. Очень-очень. И который меня в прошлый раз просто выбросил. Это он? Ну, не ту кнопку. Секунду. Да, это он.
Так, и тебя, дорогой. Последний остался. Да, по-моему, последний. Пишите манипуляции. Давай. О, черт, я ж... Я в него не попал и думаю, что происходит. Почему я не хилюсь? Точнее, почему он такой сильный? Давай! Есть! Вот она, ребят. Вот когда ты играешь на 100 уровне, сложность выживания, когда ты хочешь себе острых ощущений, просто играй без оружия. Получай. Так, кто-то там проснулся. И там кто-то проснулся. Мне это не устраивает. Ребят, сори, я тут со стрелами бегаю, мне не хватает маны, и это меня как бы слегка угнетает. Даже назовем это так. Слегка. Блин, а есть зелья, которые увеличивают бой без оружия? Просто как-то никогда на это не обращал внимания, и было бы прикольно, если было бы. Очень прикольно. Парень. Получай. Сняли защиту. Ой-ой-ой. Что-то мне это не нравится, ребят. Вообще не нравится. Вообще не нравится. Так не нравится, что я, наверное, свалю. Они гады все поразмораживались уже. Один. Вот, вот этот гад. Который, если сейчас меня выстрелит, я, наверное, умру, да? Посмотрите, где стрела. О, слава богу, он промазал. Слава богу. Так, у него жизни, кстати, осталось там вообще понт. Так что я думаю, сейчас его развалю быстренько и... Гад! И лук твой посыпался, но я не хочу уже туда идти. Давайте посмотрим, он наверху, ребятки, там развлекаются. Заберу этот меч. Ага. Воу! Дорогой! Ожил. Блин, не то юзнул. Ну, с кем не бывает. Стойте, опять на две руки? Зачем мне это? Давай драться. Давай, как мужик с мужиком на кулаках. Блин, а знаете, есть же крик, который разоружает. Ой-ой. Ой, там пришел этот парень. Точнее, очнулся. Который из лука так валит. Больно. Ой-ой-ой, а вот когда у меня заканчивается мана, я себя чувствую как-то не очень. А ну подойди сюда. Давай, дорогой. Главное стоять вот так, чтобы они не могли стрельнуть, просто я... Смотрите. Повезло. Ты куда, дорогой? Ты куда? Отдай мне свой драгоценный камушек. Там просто слишком их много. Давайте лучника уберем. А вот того парня... А с тем парнем я уже как-то разберусь. По-любому разберусь. Даже не буду брать... Иди сюда! Давай драться! Блин, один промазал. Не получается так. Черт подери, не получается. Но! Давай! Вау! Господи, вот это игра! Но! Получай! Как хорошо, что я не отправился зачищать те руины, в которых одни сундуки, одни камушки, там... Не, ну было бы классно, если было бы просто больше времени. Я бы покачался, неплохо так покачался.
Блин, да сколько вас тут, ребят? Сколько вас тут, черт подери? Где он? Где он есть? Ага, и вот он разморозился. Вот он! Так, давай, дорогой. Вставай, вставай, вставай. Сейчас мы с тобой подеремся. Давай, устроим файт. Я тоже без оружия. И ты, я смотрю, без оружия. Но у тебя какие-то странные кулаки. Серьезно. Ледяной атронах, да? Дамажишь холодом немножечко. Но холод на меня, черт подери, вообще не действует. Так что ты, дорогой мой друг, немножечко прокачаешь мне тяжелые доспехи. Блин, как хорошо, что тут нельзя, не надо ремонтировать. Так бы мне сейчас все ломалось очень-очень быстро. Черт. Почему-то мне крик не работает. А, потому что он случайно у меня убрался. Стремительный рывок. Такой бывает. Привет, дорогой. Так ты говоришь, что крутой, да? Сажай, сажай, дорогой. Давай драться. Все равно, ну смотрите, сколько он отнимает хп. А потом как-то раз и побеждаешь. Ну, лучше, конечно, с двух рук. Потому что с двух рук хотя бы можно вот такие вот сумасшедшие комбинации проводить. И это очень круто. Очень круто. И главное не умереть, потому что я очень многих убил и не сохранялся. Это будет просто печально. Давай! Давай, дорогой! Так, я передумал. Хил, черт подери! Секунду, я не хочу сейчас проигрывать, потому что... Давай. А что это было? Я не умер хоть? Промазал. Так, успевай, 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 дорогой. Давай. Наваливай его. Гад. Все, ребят. Все. Я зачистил эту локацию маленькую. Вот там вот еще парень тусуется, но его можно, кстати, знаете, циклончиком попробовать. Оно подлетит? Вот гад, как-то убежал. Ну ладно, до него мы доберемся, так что пройдем через этот храм и уже в следующей серии. Все, ребят, все. Это опять дубль 2. Проходим главный квест. Я хочу пройти без оружия. Да! Все. Пока, ребят. Пока.